Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Транзит российского газа через Украину сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год. После ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток» 2 транзит российского газа через Украину продолжится, но сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Передает РИА Новости. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные, сказал он в эфире Первого канала. В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного объема за последние 8 лет и составил 93,5 миллиарда кубометров. Ранее стало известно, что работы по строительству трубопровода «Турецкий поток» идут по графику. Ожидается, что в мае завершится укладка его первой нитки. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо.